Итак, ребята, здравствуйте. Снимаю свое первое видео. Замена аккумулятора на колонке Divoom. Ну, предварительно я ее... Ай, обжегся, наверное, немножко. Предварительно я ее разобрал. Вот такой вот вид она имеет внутри. В общем... Аккумулятор я здесь доставал уже, то есть все отлично, папа, мама. Достаем аккумулятор, смотрим, вот такой вот он, уплотнители и все остальное. То есть я его ранее уже открывал, чтобы посмотреть, что тут да как и что находится. Ну, в общем, заказал два новых аккумулятора. Тут пишут по 3000 ампер. Но, скорее всего, что... Не знаю, были или не было. Потому что, насколько я в интернете вычитал, вот это обозначение, которое 25, оно говорит, что аккумулятор 18650 на 2500 ампер. Ну, а там не знаю. Вот такие аккумуляторы. Вот такая пайка тут везде, все на шинах, все в поролоне, чтобы оно не тарахтело. Ну, в общем, и прислали мне вот такие аккумуляторы. Заказал, упаковка вроде такая неплохая. Сейчас распечатаем, посмотрим. Заклеено добряче. Эти аккумуляторы 3600 ампер. Надеюсь, что они будут нормально работать. Ну, а там посмотрим. Я когда заказывал, попросил, чтобы мне тоже шины узенькие наварили. Потому что у меня как бы инструмента такого нету. Ничего особо нету. Потому что это все не профессионально, а как бы в домашних условиях. Ну, как-то так. Смотрим. Ну, ребята молодцы. Точно так же все наварили, как и должно быть. Так, мы еще сейчас вот это снимем. Я их сейчас приклею на двухсторонний скотч, эти аккумуляторы, не знаю, правильно это или нет, но я поступлю так. А там, кому угодно, если что, делайте как вам удобно. Это так, первое мое видео, можно сказать. Приклеится, да, приклеится, все хорошо. Так, отдираем вот этот скотч. Потому что нам их еще паять надо будет. Да ё-моё. О, есть. Вот так вот. Ну, и лепим их между собой. Угу, отлично держится. Так, ну что, теперь эти аккумуляторы, оно правильно тут все, да, все идеально, ребята вообще молодцы. Ну что, теперь мы, наверное, одну сторону обрежем, а вторую будем уже отпаивать.
Watch. Ну, сейчас попробуем. У меня нету никаких зажимов, ничего у меня нету, видите? Ага, просто его отпаять, наверное, не получится. Наверное, сейчас мы по одному. Ага, что-то коротить, где-то я дотронулся. В общем, вот так вот мы их пообрезали, эту плату. А теперь попробуем ее мусор отсюда надо убрать. Она поближе. Я смотрю, здесь тоже как будто точечная сварка. То сейчас, наверное, так попробуем ножницами оторвать его. Ножницами не получается. Сейчас, секунду. Возьмем вот такие плоскогубцы, мои рабочие. И аккуратненько попробуем его оторвать. Ну, как-то так. Как-то так одно. Ну и как-то так вторую. Главное, чтобы там все остальное не повредить. Ну, а есть еще одна сторона. Я не знаю, это, конечно, неправильно, наверное. Но другого выбора у меня нету. Ну, все хорошо, в принципе. Получилось оторвать. Все, сейчас теперь на пайку нанесем сюда. Паяльник у меня тоже как бы не из новых. Вот, а, отпаялись он. И одна, и вторая. Вторая сюда пока не хочет, но сейчас сделаем. Вот эта пластинка. Вот и все. Отпаяли. Теперь надо аккуратно вот это все. О, скотч что-то отпал. Вообще не хочет держаться. Так. Вот одна шина. И она у нас будет вот так вот. Б плюс, Б минус. Сразу обрежу один. Один есть. Ну, сейчас и второй обрежу. Их не коротнуть. Что-то я постоянно от камеры уезжаю. Наверное, вам это не очень сильно нравится. Но, ребята, извиняйте. У меня оборудования нету. Я снимаю на телефон. Так, это мы сделали. Теперь что мне надо? Мне надо два кусочка термоусадки. Так, померили. Раз.
Отчикнули. Ну и второй где-то такой же приблизительно, наверное. Все. Теперь аккуратненько по одному наносим припой. У меня что-то не очень хорошо получается, потому что кислоты у меня нет. Ну, в общем, как-то так. Ножичком сейчас поцарапаем. Ну, я думаю, что должно сейчас лечь сюда припой. Не, не хочет. Это очень плохо, что не хочет. Ребята, если кто там больше этим делом занимается, посоветуйте, чем паять лучше шины эти. Потому что я ж вообще без понятия. Так, одну мы припаяли, убираем. Берем вторую. Наверное, сразу тоже надо будет ее чуть-чуть поцарапать. Так, готово. Ну, это хорошо так припаялось. Только, наверное, не с той стороны, да? Потому что паять я же буду со внутренней. Значит, с этой стороны мне надо. Отпадет? Или не отпадет? Потом попозже. Ну как перестанет работать. Ну, как-то так. Так, это мы сделали. Теперь мы оденем термоусадочки на одну и на вторую. Ну так, на всякий случай. Ну, как бы половину дела сделали. Сейчас теперь припаяем вот эти контакты. Опа, что-то отпал, плохо припаял, наверное. Ну, паял более-менее, но что-то он сильно рядом со вторым контактом. Надо переделать. Так, это есть. Так, а ну, мы правильно паяем. Да, правильно, там написано B минус, а сюда B плюс. А ну. Сюда теперь второй контакт паяем. Ах.
Ага, второй у нас получился побыстрее. Так, теперь как и было, все делаем обратно. У нас было вот так вот. Так, а ну, сейчас мы пометочку поставим. Вот так вот. Нам надо обрезать. Так, где мои ножницы? Вот они аж лежат. Берем, обрезаем. Ну, а отсюда мы, наверное, достанем вот эту штуку, которая подлаживалась. Так, оно с этой стороны у нас есть. Ну, вот так вот как-то ее на место только на другие аккумуляторы и поставим. Опа. Это скорее всего на тот случай, чтобы нигде ничего не закоротило. Так, оно отправим сюда. Так, теперь его плотненько мы должны прижать. Так, что-то я, наверное, коротковато обрезал, мне кажется. Ну, ладно, сейчас припаяем. Ага, не припаяем мы, наверное, так. Надо убрать. Что-то придерживаем. Не получается, значит. Берем, делаем вот так вот, берем ножичек, тут сейчас немножко придержим. И вуаля. Ничего не получилось. Пробуем еще раз. Припой, наверное, еще не успел. Ой, горячая. Припой еще не успел застыть, а мы бросили. Ну вот. Как-то так. Ну, вот аккумулятор перепаяли. Давайте, наверное, сразу попробуем проверить, работает ли вообще. Так, а ну смотрим. Смотрим на колонку. Включаем. Работает. И подключается. И даже играет. Все хорошо.
Так, теперь отключаем эту динамик наш и начинаем его обратно склеивать. Поскольку у меня так вот пленки нету, ничего нету, мы сделаем по-другому. Возьмем вот такие кусочки двухстороннего скотча, наклеим сюда. Это мы убираем. Так, эта сторона есть. И были с этих сторон вот такие заглушки. Сейчас я покажу. Вот такие вот. Видно? Видно. Которые были вот так вот. Здесь и вот здесь. Это ж надо все так приклеить, чтобы оно ж потом там не отпало. Правильно? Чтобы оно там потом не тарахтело. Ну, как-то так. Приклеили. Пленки нету. Сейчас мы возьмем обычный скотч. Так, паяльник, наверное, можно отключить, да? Паяльник мы отключим, наверное, уберем пока. Сейчас разберемся со скотчем. Так, вот он этот край. Потуже заматываю, чтоб со всеми контактами совсем. Так, скотча чуть-чуть намотали. Так. Я надеюсь, все хорошо будет. Так, а на всякий случай я, наверное, кусочек распущу. Вот так, потому что узкого я дома почему-то не нашел. Переклеим вот эту заглушку вот так вот. Хорошенечко. И эту заглушку точно так же. Ага, с другой стороны там еще надо чуть-чуть. Потом может тарахтеть. Короче, как-то так пойдет, я думаю. Это не на продажу никуда, а просто домой. Себе на работу. И еще раз обмотаем. Шумный какой скотч. Ну, вот как бы и все. Вот аккумулятор и перепакованный, готовый. Там были вот такие бесшумки, наверное,
Надо это по новой сделать. Тоже то же самое, двухсторонний скотч. Берем раз. Вот это, конечно, это самый капец, самый больше не люблю. О, получилось с первого раза. Так, теперь что мы делаем? А как он раньше был? Ну, наверное, раньше был вот так вот. Правильно, чи не? Не, провод был сверху, вот так вот, и плата была сверху. Значит, берем, наклеим эту шумку, вот так вот, раз, раз. Чтоб стык был снизу, мало ли там, может отпадет, может не отпадет. Ну, если что не так делаю, там пишите в комментариях. Может, что-то посоветуете. Так, а ну-ка. Стороны делаем то же самое. Раз, завернули, раз, завернули. Ну вот и все, новый аккумулятор. Это получается на 7200 ампер. В таких колонках обычно сколько? 6000. Это Divum Lumbox Power. В таких колонках обычно по 6000 делают. Я не знаю, почему не делают больше. Так, оно, опа. Все, вот оно плотнячком стало. Все хорошо. Здесь оно включается. Ну, все, в принципе. Еще раз проверяем. Включаем. Все работает. Отлично. Подключили. Пошла колонка играть. Смотрим заряд. Полный показывает. Хорошо. Так, жмем на паузу, пока выключаем. Так, а ну смотрим внимательно, чтобы там ничего не было. Ничего нету, пусто. И смотрите, тут эти провода еще были примазанные каким-то. Я не знаю, клеем что ли, каким-то, непонятно. Но я беру обычный силикон, который, наверное, есть, ну, у многих, вот такой вот. Ну, и намазываю там, где раньше было приклеено. Ох ты, ё-моё, наверное, засох немножко. И что теперь делать? Ну, сейчас что-то сделаем. Опа. Берем болтик. Раз, раз. Оно. Опа, есть. Так, ну, и я посажу их на силикон. Потому что другого выбора у меня нет. Проводочек, к
контакт, который подключается. Чтоб он там, не дай бог, не выпал. Ну и сам аккумулятор. Я не знаю, может неправильно, конечно, что на силикон. Может потом не оторвешь. Ну, это, конечно, и хорошо. И с этой стороны немножко. Намазали тут. Ну, давайте намажем где-то тут. Ну, вот и все. Дело тут, ну, буквально на час, наверное, если самому, если заказанные аккумуляторы и все остальное. А если заказывать замену аккумулятора, это вам обойдется, ну, как минимум, наверное, 600 гривен. А я на эти аккумуляторы потратил 330 гривен. Это с тем учетом, что их сразу погоняли, разогнали. Так, где-то болтик упирается. Погоняли, разогнали, поварили шины и все остальное. Так, болтики я не доставал. А ну, так вот. Другого взять. Ну, теперь обратно затягиваем. Сейчас затягиваем все болтики быстренько и проверим. Еще раз. Будем затягивать по диагонали. Там до упора. И обязательно раскручивать вот питание, с левой шнурок, с правой зарядка, потому что если с этой стороны, там будет глухо, вы просто открутите эту решетку и все. С другой стороны ничего. Не зря только потратите время. Они собраны с одной стороны. Нету нормального инструмента. Поэтому обходимся тем, что есть. Так, есть, есть. Ну, смотрите, кому, если будет интересно, я там, может быть, сайт оставлю. Если забуду там написать, тогда напомните мне, пожалуйста. Ну, если, конечно, у вас колонки Дивумы, и у вас умерли аккумуляторы, ну, я так думаю, что должна работать отлично просто. Так, оно вроде все болты затянул. Ага, надо будет еще один здесь прикрутить, чтобы тут не было грохота. Проверяем. О, включается уже как
собранная, классная. А ну. О, совсем другое дело. Звучание, как и должно быть. Отлично. Ну, всем спасибо. Если будут вопросы или какие-то предложения, какие-то советы, пишите. Обязательно все прочитаю. Если нужно будет, отвечу. Если не нужно будет, тоже отвечу. Ну, и насколько ее хватает, я напишу чуть попозже. На работу возьму, проверю, полностью заряжу. Те аккумуляторы уже заряжены. Завтра как раз и проверю. Главное, чтобы силикон там внутри до завтра высох. Всем спасибо.